Вот это да! Вот это был прыжок. Друзья, всем привет. Я, как обычно, в джунглях лажу. Вот. Но благо недалеко от дома. Это моя обычная река опять. Вот, прошел тайфун. И условия там очень сильно изменились. Так что будем посмотреть. Сегодня со мной мой лайтовый спиннинг. В общем, в принципе, ничего нового. Единственное, что просто хочу разведать ситуацию, потому что непонятно, после тайфуна может быть все что угодно. Ну что, побежали. Тюльк. В прошлый раз на этом месте у меня был отличный клев. Микроджиговые приманки креатуры работали очень хорошо. Конь-губарь тогда брал почти на каждом забросе. Естественно, я решил начать с того же места. Да, ребята, тут явно с последнего раза произошла какая-то же. После последнего тайфуна. Посмотрите, что тут вообще навалило. Просто мусора. Жесть, все смыло. Кошмар. Представляете, где вода была? Вот это да. Все размыло, вообще все. Вот была трава здесь в прошлый раз. Теперь травы нету. Русло изменилось. О, блин. Смотрите, тут просто вообще, то есть после тайфуна, то есть тайфун там прошел, я уже не помню сколько, неделю назад, наверное, где-то. Просто кошмар. Все смыло, все размыло, короче. Здесь просто кусты были, трава. Ничего не осталось. Выкрашенные деревья с корнем. Какие-то вот это корни как раз, деревьев, ух, жесть. Вот. Ну а я уже, в принципе, пришел на место. Вот, смотрите. Я уже на месте, по сути. Ничего себе. Кто-то схватил прям нападение. Хороший. Кто-то забагрился, что ли. Что ж такое? Забагрился, скорее всего. Нет, не забагрился. Хорошие тебя опять взяла. О, нифига себе. О, здоровая, иди. Ложку где-то. О. Теляпия жили. Жили-были, теляпии жили. Неинтересно. Смотри, какие, а. Жуют и не стесняются, прям под ногами.
Ух ты, прям под ногами взял. Не, ну ребята, вы, конечно, молодцы. Но вы мне не нужны. Да. Быстро обгрызают. Ничего себе. Остробрюшка, что ли? Ну, точно. Вот эту я давно хотел разловить. Джекал. Морская резина. Прикольная. Ах ты, что-то такое там присело. Ух ты, вот это поклевка сейчас была. Блин, такая поклевка, как будто это не тилапия. А минимум тунец. Ну, поклевочка наконец-то. И сумасшедшая телябия опять. Блин, да сколько ж у вас здесь? Доели вы. Turbo Encyclet. Ух ты! Вот эта поклевка хорошая. Cyclet. Опа. Поднялся выше, сейчас пойду ниже. Клёва нет практически вообще. То есть, ну да, там поклевывает, но это тилапия. Ну, Encyclet, вот это вот двуполосая с их видом, и в общем-то все. То есть конь-губарь ушел полностью. Как говорите вы в комментариях, о, вот у тебя тут столько рыбы. Да тут дело не в рыбе, тут дело в, как бы, в конкретном, не то что даже точке, понимаете, а в конкретном времени на точке. Потому что в одно время здесь может быть одно, в другое время может быть совершенно другое, абсолютно. Рыба ушла, все, клево нет. Ну,
Ладно, сейчас я спущусь ниже, туда вот, где взял этого Lady Fish, там попробую покидать. Может, что-нибудь получится. Да, ребят, просто жесть. Помните место, где я поймал змееголова? Все полностью изменилось. Теперь здесь большой перекат. Сюда практически нет воды. Бухта вот это полностью ушла. Песок под ногами за место камней. Ну, его смоет потихонечку. Все деревья повалены. Жесть, просто жесть. Кошмар, я даже не представляю, вот какое количество воды прошло. О, блин, опять все места заново. И рыбы нету. Я иду сколько. Рыба ушла. Вот уровень воды, вот понятно, да, где был, вот где лестница облеплена травой. Ну, то есть метра 3, наверное, а то и 4 надо мной. Ух ты, поклевка хорошенькая. Кто-то заживал. Кто-то небольшой, потому что особо не сопротивляется. Скорее всего, это цихлида. Или теляпия. Нет. Это кто-то интересный, и это кунь-губарь. Конечек, губаречек. Слямзил. О. Так, ну, раз он здесь есть, значит, он просто скатился. Скатился, и сейчас мы его найдем, значит, если он здесь есть. Потому что там его вообще не было вообще. От слова совсем. То есть он полностью ушел. Ух ты, прям под ногами взял. Губаречек. Губаречек, малышка. Прижал приманку. Иди. Ах ты, кто-то теребонькает. Так, надо поставить потяжелее. Тут сейчас довольно сильное течение. 5 грамм, конечно, не хватает. Сейчас попробую. Ну, грамм 8, может. Кстати говоря, ребят, чебурашки от Snasty Good пришли. Ну, обычные чебурашки, в принципе. Что могу сказать о них? Чебурашки хорошие. Вот, использовать можно. Толстенькая проволока. Ну, довольно удобно. Мне там они разных прислали. Таких, в общем. Как будет 8 грамм? Давайте посмотрим. Вот эта поклевка была.
Вот это поклевка на подъеме. И опять наш любимый с вами конек-губарек. Ну вот они куда ушли, в принципе. Мелкий, правда. Найти побольше. Он где-то большой здесь должен стоять тоже. По любасу. Ребят, поставил сейчас чуть побольше грузик, и поклевки стали получше. То есть губарь все-таки еще реагирует на, как бы, на вибрацию, на звук, да, то есть и ему нравится, когда вот приманка стучит о дно. Он лучше реагирует. Так что, в принципе, нашел я рыбу. Скатилась она в устье. Ну вот. Ну, в общем, вот пока здесь половим с вами. Вот это что-то хорошее. О, губаречек нормальный. Вот такой вот губаречек. Иди. Вот это вот хорошая поклевочка сейчас. Тилепия. Вот такая вот проблема после тайфунов, конечно, изменение полностью рельефа. Вода начинает течь по-другому, создает себе дополнительные русла, какие-то перекаты, пороги возникают. Вот. Рыба, естественно, меняет свое местоположение, но все трясется, так что рыбу найдем еще. Не волнуйтесь, рыбалочка не последняя. Поймал, ребят, черепашонка. Немножко отколот у него тут панцирь. Ну какой. Пузырится. На самом деле кусается, мама, не горюй. Так что его лучше аккуратно брать. Несколькими часами ранее, когда я ходил вверх по реке, на берегу у кромки воды я обнаружил вот такие норы. Можно подумать, что это какие-то земноводные животные, но на самом деле, друзья, это змееголов. Самое интересное, что в этом месте нор было несколько. И вот спустя какое-то время я уже на другой стороне реки, напротив этого места. Ух ты, вот... Блин, обрыв. Ёшки-рыбёшки, ребята, змееголов клюнул. И обрыв, надо же так, а. Ух ты, вот он. Да что ж такое-то, ну. Блин, поклевка какая была, хорошая.
ты! Вот это да! Вот это был прыжок! Змееголов, змееголов, ребята! Сейчас я его возьму. Опа! Фу! Ну вот. Смотрите, какой, ребятушки. Змееголовчик. Опять змееголов. История повторяется. Это... Опять же, личинка стрекозы, но это от Аксенти. Называется Казара. У Crazy Fish она называется Казари, а у Димки она называется Казара. Не, ну вы чё? Это самое. Прикалываетесь, что ли? Всем телепинским семействам. Поклевки просто не прекращаются. Резина уже вся разорвана. Жесть. Что творится? Какой-то выход начался, что ли? И вот еще один хороший. Такой же. Опа! Ребята, еще один такой же! О, вот это да! Вот это да! Вот, ребята, просто какая-то неимоверная рыбалка началась. Сейчас выход, это третий, это самое... Второй змееголов, один у меня ушел прямо из-под сака. Я не успел его сфотографировать. А вот второй, еще была одна поклевка, просто жесть. Все поклевки на вот эту вот резину. Это, ну, в общем-то, личинка стрекозы, что можно сказать еще. Все. Все, иди. Thank you.
Так, ну, кое-как залечили приманку. Все, я думаю, что следующей поклевки она не вытянет. Была поклевка, ребята. Ну все, что осталось. Я говорю, еще одну поклевку эта резина не переживет. В общем, она не пережила. Так, что же делать-то? А, ну вот у меня еще есть вот такие вот. Была поклевка и откусили опять волосюшки. Блин. Что-то интересное село. Тилапия, понятно. Совсем неинтересная. Опа. Вот единственный минус, ребята, вот этой приманки, это то, что у нее сразу откусывают вот эти вот лапки. Вот, поэтому ее надо покупать сразу много. Много и разных цветов. Потому что, блин, она работает, конечно, вообще супер. Блин, так она мне понравилась. Это Allure от Crazy Fish. Ребята, молодцы, вам спасибо. Очень хорошую приманку вы придумали. Да, в общем, теперь это одна из моих любимых приманок. Да что ж такое? Сразу же, вот, буквально. Это тиляпия. Если там есть тиляпия, значит там нет змееголова. И надо, чтобы ты не откусила. Ну нахера вот ты это сделала? Иди. Что-то сидит. Да как вы надоели, а? Поклевка, ребята, это змей. Причем хороший. Смотреть на тебя. Ну такой.
такой. Опа. Опа. Блин, сволочи, тут электрошок, что ли? Ну вот, ребят, еще один. Еще одна змеюка. Приманку сейчас чуть позже покажу, он ее сожрал у меня. Вот такой вот. Иди. Так, приманочка, ребята, сработала. Вот джекал. Сейчас покажу, какая. Вот это вот. Давно ее хотел разловить. Это морская приманка. На этих самых. На снайперов. Под нее джиголовка еще специальная. Посмотри-ка, а, позарился. Ну вот и все, друзья, рыбалочка закончена. Все изменилось абсолютно, тайфун поменял все. Река изменила русло. В устье реки, когда она впадает в Синдиан-Си, там вообще все поменялось. Теперь там перекат, один большой перекат. Можно перейти даже на другую сторону, что раньше было довольно сложно. Три змееголова, три трофейных змееголова. В конце рыбалки это просто какой-то подарок. О, все, всем пока.